Доброе утро. Продолжаем изучение Мишны. Трактат Псахим, 9 глава, 8 Мишна. Говорит Святая Мишна. А Песах шенитарев безвахим кулан иру аджит истаабу веймахру. Веяви ведмей айфешебейн миминзе, у ведмей айфешебейн миминзе. Веявсида мутар ми бейто. Нитарев бивхорот, раби Шимон омер, им хабурат коаним йохлу. Здесь приводится еще две ситуации, в которых нельзя принести пасхальное жертвоприношение по техническим причинам. Говорит Мишна, пасхальная жертва, которая смешалась с другими жертвами. То есть у человека было, например, три барашка. Одного из них он выделил, он сказал, что это будет пасхальная жертва. Другой это, например, жертва всесожжения. А третий это грехоочтительная жертва. И они смешались, и они похожи, он забыл, кто из них какой, или не похожий, просто он забыл, да. И невозможно определить теперь, да. Например, там были на них таблички, кто-нибудь таблички сорвал, и все, да. И невозможно теперь определить, какой баран, на что был предназначен. Теперь правило, мы говорили, что животное, которое посвящается в жертву, оно не просто становится жертвенным животным, оно получает определенный статус, касаемый той жертвы. Более того, мы до сих пор говорили про ситуацию, когда есть похожие жертвы, как Песах и Шламим, и мирная жертва, которые, кроме названия и времени, когда их там едят, то все остальное, они идентично делаются. Но есть разные, например, жертва всесожжения, она и по-другому жертвенника окропляется кровью, кровью пасхальной жертвы жертвенника окропляется только в одном месте, а ола в двух местах, причем с другой стороны жертвенника. И полностью сжигается, они едят и так далее. То есть есть разница в законах жертвоприношения. Есть проблема. То есть, даже если коэн скажет, что я буду принесу это во время той жертвы, во имя той жертвы, которую хозяева захотели, то это тоже не поможет, потому что это вопросом, как ему приносить, что ему делать с этой жертвой. Так как быть? Говорит Мишна, все они будут пастись, пока не появится у них изъян. Да? То есть, как то, что мы уже говорили ранее, да, то есть ждут, пока у животного появится какой-то изъян, он станет некошерным для жертвоприношения, и тогда будут проданы, и что делать с деньгами? Потому что деньги, на деньги переходит такой же статус, как животное. Мы же не знаем, какой статус у этого конкретного животного. Так Мишна дает такое красивое решение. Так и купят за стоимость самого дорогого из них такой же вид. То есть, например, один баран стоил 100, другой 200, третий 300. Да? Продают всех трех и покупают трех других баранов, каждого за 300, да? не меньше. Почему? Потому что, может быть, да, мы не знаем, какой из них был какой. Потому что вопрос там, какая сумма денег, на которую перешла святость какой жертвы. Поэтому в 300 включает в себя и 200, и 100. Да? То есть, соответственно, покупает за стоимость самого дорогого из них. А лишнее он теряет сам. То есть то, что ему нужно добавить, то есть еще 300, которые ему нужно доплатить, это он платит со своего кармана. Да. Это его потеря. Другая ситуация, которая приводит Мишна, смешалась пасхальная жертва с первенцами. Да. Есть такой закон, что когда рождается первенец животного, например, рождается барашек первый, то его нужно принести коину, и коины приносят его в жертву, кровью окропляют жертвенника, а мясо съедают сами коины. Это бухород, да. Так, Раби Шимон говорит, если группа коинов, то съедят. То есть, если была группа коинов, и у них был один барашек, который предназначен для пасхальной жертвы, а другой, который им принесли в качестве первенца, так им не проблема, да, потому что здесь как раз идентично. Разница только в чем? В том, что пасхальную жертву можно есть только в течение ночи одной, а бухор, первенец, можно есть еще на протяжении следующего дня. И поэтому мудрецы считают, что нельзя приносить жертвоприношение, приводить его в такую ситуацию, что он может стать некошерным из-за того, что прошло слишком короткое время. Да? То есть пасхальная жертва прошла, но все, жертва уже некошерная. Теперь, если этот барашек, он на самом деле первенец, то его можно было бы есть еще целый день. А тут ты его сжигаешь и даешь ему статус некошерного, потому что из сомнения. Так мудрецы считают, что так делать нельзя. Раби Шимон говорит, что можно, что просто нужно успеть съесть его за первую ночь. И если это группа коинов, то они могут сделать так. И, соответственно, это не группа коинов, да, то у них проблема, потому что они не могут съесть пасхальную жертву, прошу прощения, первенца, обычный еврей. И тогда возвращается все, как было в прошлой мишне. Спасибо большое. Хорошего всем дня.